Для профилактики травматизма и гибели несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта в округе проходит акция «Безопасное детство». Но детям надо знать обязательно, что нельзя переходить в ЖД-пути в автономных местах. Знаешь об этом? Да. На платформах не бегать, на велосипедах не ездить, на самокатах не кататься. Переходить только на сигнал светофора зеленый. Профилактический рейд на железнодорожной станции «Люберцы» провели члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с линейным отделом полиции, патрульно-постовой службой и волонтерами. Пассажирам раздавали памятки с правилами поведения на объектах железнодорожного транспорта и провели беседы, направленные на предупреждение и снижение травматизма несовершеннолетних на железной дороге. К сожалению, статистика показывает, что в этом году два подростка были смертельно травмированы поездами. Мы хотим донести до родителей и их детей правила нахождения на объектах железнодорожного транспорта, довести до них информацию, что все-таки железная дорога – это объект особой опасности.